Более полугода продолжали прения руководителя Ивановского регионального отделения ассоциации «Голос» Виталия Аверина и местного избиркома. Началось все с декабрьской думской кампании. Претензии Виталия Аверина касались распоряжения экс-главы избирательной комиссии Виктора Смирнова о недопуске корреспондентов газеты «Гражданский голос» на участке и ряда других частных случаев в работе комиссии. 4 сентября суд вынес решение об отказе в удовлетворении заявления Аверина в полном объеме. Три раза менялся судья. Господин Смирнов не являлся на судебное заседание, на вопросы не отвечал. Ну, соответственно, я, конечно, оставляю с собой право, я обязательно им воспользуюсь. У меня есть 30 дней на подачу апелляции. Вы считаете, судебная инстанция.